Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет обзор на средства от марки Айзенберг. У меня их аж целых 4 штучки, приобретала я их на Черную пятницу со скидкой 50% из магазина Литуаль, одно даже средство было со скидкой 70%. В магазине Ревгош я эти средства не нашла, по-моему, они представлены только в Литуале, если я не ошибаюсь. Эти средства я тестирую уже где-то на протяжении, ну, почти 2 месяцев. И у меня сложилось, мне кажется, такое уже конкретное мнение об этих продуктах. И я хочу поделиться своим впечатлением с вами. Давайте я начну с самого такого простого. Это вот такой тоник. Это у нас тонизирующий лосьон для лица и кожи вокруг глаз. На самом деле он такой единственный, розовенькая водичка внутри находится. И я тут себе выписала, буду кое-что зачитывать, с вашего позволения. Здесь содержится экстракт лакрицы, розовой воды и гамелиса. Я могу сказать, что по аромату этот тоник больше мне напоминает, наверное, может, пион какой-то или какие-то вот такие сладкие цветы. То есть роза, она же немножко горьковатая, небольшую такую горчинку дает. Хотя есть сорта роз, которые именно сладкие. Но мне больше напоминает, не знаю, почему-то пион. Очень приятный аромат, вкусный. Производители рекомендуют использовать данное средство, то есть наносить на ватный диск и протирать лицо. И зачем-то вытирать его насухо. Мне вот эта вот история немножко непонятна. Я так не делаю. Я просто разбрызгиваю кожу лица и оставляю. Далее наношу уже остальные продукты. Также производители рекомендуют использовать данное средство в течение дня. То есть наносить прямо на макияж для увлажнения кожи. Данный тоник не предназначен для завершения этапа очищения. То есть остатки макияжа он не уберет. Он именно предназначен для того, чтобы освежать, успокаивать, увлажнять кожу. И это лучший тоник, который я вообще пробовала. Я скажу вам честно, то есть вот столько я его уже использовала. Я пользуюсь этими продуктами каждый день. И вот практически 2 месяца, и вот столько у меня только ушло. Единственный минус у меня к этому средству – это его упаковка, а точнее вот этот вот разбрызгиватель конкретный, потому что он хочется вообще данное средство, чтобы оно наносило такой дымкой, вуалью, да, особенности, если наносить на косметику там в течение дня. Но он, вот я не знаю, будет видно или нет, я попробую показать. То есть он такой, видите, струей тонкой наносят, и в этом его минус на самом деле, но он очень комфортный, он убирает какую-то сухость, раздражение. Я реально после вот этого тоника могу ничего не наносить на лицо, просто лечь спать, и кожа моя будет вот реально комфортной ей будет, и с утра не будет никакой ни сухости, ни раздражения, ни шелушения, ничего-либо такого. Это прям реально первый тоник, который вот так действует на мою кожу. Я его очень сильно рекомендую, потому что лучше я не пробовала. Давайте следующее средство, о котором я хочу рассказать. Это вот такое двухфазное средство. Оно так и называется. Двухфазное средство для кожи лица, тела и также для волос. Ну, оно там единственное у них такое двухфазное. Есть еще в такой упаковке масло. Его я не пробовала. Я вообще впервые познакомилась с этой маркой. Здесь в упаковке 100 мл. Вот сколько у меня его уже ушло. То есть вы смешиваете и наносите. Да? Когда смешиваете, оно становится такой беленькой водичкой, слегка маслянистой. И уже вот здесь, вот этот разбрызгиватель, он наносит такой именно вуалью. То есть, видите, уже такое более мелкое распыление. И это что-то среднее вообще между маслом и сывороткой. То есть, видите, кожа такая легкое сияние он оставляет. Аромат, на самом деле, он только просто какой-то легкий косметический ненавязчивый аромат. Никакими там лепестками роз он уже не пахнет. Он очень-очень приятный. Он хорошо в кожу впитывается и остается такое легкое сияние.
Ну и давайте я расскажу по применению данного средства. Когда я его получила, почему-то в упаковке не было никакой инструкции, поэтому я лазила на просторах интернета и читала, как же его использовать правильно, скажем так, как рекомендует использовать производитель. Значит, вообще это средство предназначено для сухой обезвоженной кожи, а также для сухих и очень сухих волос. Для лица его нужно распылить на ладони и потом распределить по всему лицу, по массажным линиям, ну, в принципе, как любое масло, как любую сыворотку использовать. Его можно оставлять как самостоятельный продукт, а также можно сверху наносить любой ваш крем, будь то ночной, если на ночь, да, или дневной, если вы используете днем. Я сверху наношу крема этой же марки. Значит, для тела просто вы распыляете его на чистую кожу. Далее вы можете наносить свой обычный крем или оставлять его как самостоятельный продукт, да. На тело, честно признаюсь, я его не наносила, просто потому что мне его жалко использовать на тело. И тело у меня сейчас, кожа на теле в хорошем состоянии, то есть нет никаких сухостей и шелушений, поэтому я его, можно сказать, берегу. Для волос можно использовать тремя разными способами. Первый — это вы наносите на кожу головы и массируете хорошенечко, да, также прочесываете волосы. Оставляете на 15 минут, а затем смываете вашим обычным шампунем, и ну, дальше идет обычный ваш уход. То есть как масло, да, которое мы используем перед мытьем волос. И второй способ — это такой спа-процедура, как называет производитель. Это когда вы также наносите на кожу головы и на всю длину волос, массируете, хорошенько расчесываете, потом берете влажное теплое полотенце, хорошенько его отжимаете, все это укутываете. И через 15 минут смываете вашим обычным шампунем и дальнейший обычный ваш уход. Не так я не делала, потому что мне нравится третий способ. А это когда вы на чистые влажные волосы наносите на ту часть, которую вам необходимо увлажнить и напитать. Этот способ подходит для очень сухих волос, как раз для моих концов. И далее вы укладываете, сушите волосы так, как вот вам необходимо. Я наношу на как раз таки, ну, где-то вот настолько, да, то есть вот на эту часть волос, и мне достаточно всего лишь 2 пшика на мою длину. Если я наношу больше, то волосы становятся склеенными, даже не столько склеенными, вот знаете, как будто бы вы переборщили лаком для волос. Это мне не очень нравится, то есть оно такое средство конкретно для волос, к которому нужно приноровиться. И рекомендовать использовать его в качестве средства и ухода для волос я не могу, потому что если у вас нормальные волосы, не поврежденные, не супер сухие, то это средство будет волосы просто пачкать, жирнить. Очень много отзывов на данное средство, что оно плохо смывается с волос и так далее. То есть для волос, если они не сухие, не поврежденные, я не рекомендую использовать это средство, но мне очень сильно нравится, лично мне, потому что вот эта сухая поврежденная часть на ощупь, она, конечно, не становится такой прямо мягенькой, знаете, как обычные волосы, не поврежденные, ни разу не окрашенные, но при этом, как вы видите, появился блеск. Вот оно у меня нанесено на волосы. Волосы просто блестящие. Это даже вот, я думаю, видно на камеру. И они перестали у меня пушиться. То есть раньше, если я выходила на улицу, дул небольшой ветерок, а в Питере у нас ветер очень часто, вот эта нижняя часть, она у меня становилась просто как, я не знаю, какой-то одуванчик. С этим средством такого нет. Оно даже спасает волосы от того, чтобы они электролизовались, как-то пересушивались и так далее. В общем, мне для волос очень сильно нравится. И также я его использую на кожу лица в качестве, ну, скажем так, такой сыворотки под крем. Хотя иногда использую в качестве просто обычного масла на ночь. И наношу его сверху, ничем не запечатываю, и мне тоже очень сильно нравится. Но прежде чем рассказать о действии на лице, я, наверное, расскажу вам еще про вот эти 2 крема. Это крем для области вокруг глаз, это крем для лица. Потому что, в принципе, в основном я использую вот так вместе.
и уже расскажу вам эффект. Итак, крем для области вокруг глаз. Я бы даже сказала, что по текстуре это крем-гель. Кстати, вот хочу показать, вот это двухфазное средство, видите, оно впиталось. То есть вот сюда я нанесла, вот сюда нет. И вообще не оставляет никакой жирности, при этом коже очень комфортно. И я его даже иногда и наношу на руки. Когда руки очень сухие, он хорошо питает и увлажняет кожу. То есть, видите, появляется такой как бы здоровый блеск. В нем нет никаких, вот в этом средстве, да, в нем нет никаких светоотражающих частичек. Он именно оздоравливает кожу. Мне очень нравится этот эффект. Итак, крем для области вокруг глаз. Он имеет скорее такую гелевую текстуру. То есть, видите, он такой как полупрозрачный и слегка гелевый. Тоже очень комфортный. Половина нажатия на помпу хватает для того, чтобы нанести на область вокруг глаз и вокруг губ. Достаточно быстро впитывается и очень хорошо, очень комфортно на области вокруг глаз. То есть, видите, тоже распределила и все, его нет. Да? То есть в плане того, что он не заметен на коже, придает легкое сияние коже. Значит, сам этот крем для контура глаз и губ, вот такой крем, в состав его входит выжимка ромашки и бурых водорослей, масляная эссенция апельсина и лимона, энзимы и биостимуляторы какие-то еще в нем входят. Значит, он препятствует появлению морщин, замедляет процесс увядания кожи, взгляд становится открытый, сияющий и не оставляет жирного блеска. Со всем вот этим соглашусь. Он еще содержит вроде бы энзимы, которые отшелушивают ороговевший слой кожи. И вот этот крем, значит, это увлажняющий крем для лица, комфортная текстура. Он именно так и называется. В состав его входит витамины А и Е, энзимы, биостимуляторы, австралийский орех, экстракт бука европейского, лимонные масла, протеины молока, масло примулы вечерней, апельсиновое масло, семена подсолнечника, гиалуроновая кислота, в общем, там много еще что туда входит. А также во всех этих средствах есть запатентованная формула какая-то, которая вот прям супер вау. Значит, он борется со свободными радикалами, увлажняет, освежает, насыщает кислородом, питает, восстанавливает, кожа сияющая, свежая и упругая. А также он является основой под макияж, то есть хорошо впитывается, косметика на нем действительно не скатывается, не дает никакого жирного блеска, а дает коже просто сияние здоровой кожи. Он уже имеет такую более плотную текстуру, то есть не гелевый. Тоже очень хорошо распределяется, но мне хватает двух нажатий на помпу для того, чтобы нанести на всю кожу лица и шеи. Я все крема для лица наношу на шею в том числе. И он тоже очень хорошо впитывается. То есть, как вы видите, здесь уже крем для области вокруг глаз впитался, осталось такое легкое сияние. И здесь то же самое происходит. Он потом очень хорошо впитывается. И совсем, ну, не жирнит кожу. Я не знаю, подойдет ли эта косметика для жирной и комбинированной кожи. Честно, не знаю. Моя кожа сухая, зимой она обезвоженная. И это просто супер средство. Что они вообще делают? Во-первых, выравнивают цвет лица. С этими тремя средствами я в основном наношу их в качестве дневного ухода. Моя кожа перестала краснеть от мороза вот в этой области. Вообще любые раздражения на коже, даже какие-то высыпания, если вдруг они появляются, они проходят намного-намного быстрее. Я не знаю, раза в два это точно. После высыпаний не остается никаких пятен. Кожа свежая, у меня обычно зимой она становится такая более серого оттенка. С этими средствами такого нет. Она увлажненная, она напитанная, она упругая. Но вот эта вот упругость кожи, она реально ощущается физически на лице. То есть ощущается как будто бы не стянутость кожи, а именно такая упругость кожи. И
Можно, мне кажется, спутать это с тянутостью кожи. Вообще, я почему сразу не стала рассказывать об этих средствах, потому что мне казалось, что вот эта вот упругость, да, зачастую она в некоторых средствах вызвана либо стянутостью кожи, то есть кожа, когда стягивается за счет крема и появляется такая упругость и разглаженность кожи, и после у меня обычно возникает шелушение или чрезмерная сухость кожи, особенности вокруг глаз, или за счет отека, легкого отека кожи появляется такой лифтинг-эффект. Ни того, ни другого эти средства не делают. Они реально работают. Причем, если вы какое-то время не используете эти средства, то эффект вот этой вот упругой кожи, напитанной, увлажненной, с хорошим цветом, ровной, гладкой, сияющей, он остается с вами еще какое-то время. Мне очень сильно они понравились. Я могу рекомендовать. Единственное, что вообще на всю эту косметику, если вы почитаете отзывы, то люди делятся ровно 50 на 50. Кому-то эта косметика подошла, понравилась, и просто люди в восторге от нее. Либо она вызвала либо аллергическую какую-то реакцию, либо чрезмерную сухость, либо чрезмерную жирность лица. Я даже встречала отзывы о том, что расширились поры у девушки с жирной кожей. Вот от этих средств она использовала вот этот крем. Я не знаю, у меня ничего такого нет. У меня просто гладкая, ровная, сияющая, бархатистая кожа. Ну, я такого эффекта от других средств не встречала вообще. Причем этот эффект виден с таким накопительным действием. Чем дольше я пользуюсь этими средствами, тем более ровная, тем более сияющая, тем более увлажненная и напитанная кожа становится. Просто для меня потрясающе. Я рекомендую все эти средства. Даже я бы сказала, в особенности вот это двухфазное средство. Если, допустим, у вас жирная кожа, и это средство будет жирнить, но, как вы видите, на руке у меня впиталось все, ну, у меня сухая кожа на руках в том числе. На волосы я его не могу рекомендовать, потому что к нему нужно приноровиться. Все-таки оно немножко капризное для волос. Для лица я очень сильно рекомендую. Допустим, вы будете наносить в качестве такого масла или в качестве ночного ухода на личико, и вы увидите просто потрясающий результат. Никакие поры у меня не расширились, не забились, никакие прыщи у меня не появились. Не знаю, наоборот, даже те, которые появлялись за этот период, они у меня очень быстро проходили. Я вот когда лежала с сыночком в больнице, я не использовала, то есть в течение 5 дней я не использовала эти средства, и эффект остался абсолютно таким же, поэтому, не знаю, мне очень сильно нравится. Вот эти два средства, но здесь нужно смотреть по текстуре, они скорее более такие дневные, да, потому что вот этот все-таки комфортная текстура, но он такой плотненький, мне кажется, он больше подойдет для сухой кожи. И крем увлажняющих, у них есть легкой текстуры подобный крем и вообще другие линейки, а вот этот вот для области вокруг глаз имеет гелевую текстуру, косметика не скатывается, никуда ничего не проваливается, не знаю, кожа даже не такая слегка подсвеченная, реально не хочется пользоваться даже тональными основами. Я повторю эти средства, это 100%. Тоник повторю 100%. Вот это двухфазное средство я повторю 100%. Насчет вот этих кремушков не знаю. Я там уже присмотрела из других линеек крема, потому что мне хочется попробовать и остальные продукты этой марки. Вот эти два средства, они просто теперь должны быть у меня всегда. Единственное, что я очень рекомендую, дожидаться 50% скидку. Это средство я купила со скидкой в 70% в магазине Элитуаль. Так что я их очень сильно рекомендую. Я очень довольна данным уходом и могу посоветовать для девушек с сухой кожей и с возрастной кожей, то есть с кожей, на которой уже появляются какие-то возрастные изменения, или вы, допустим, сильно похудели, или, не знаю, что-то там произошло, и у вас очень стала обезвоженная кожа. Я рекомендую тогда использовать эти продукты, потому что они, помимо лифтинг-эффекта, да, такого подтянутости кожи, они еще выравнивают цвет кожи. Я не знаю, ну,
В общем, кожа становится идеальная, не хочется даже пользоваться тональными средствами. И сегодня на моей коже нет тональных средств, у меня просто сделана коррекция. Я даже не наносила никакой консилер под глазки, но это заметно, вот есть какие-то венки. Но в общем и целом кожа выглядит очень хорошо. Мне кажется, он даже слегка осветляет область вокруг глаз, потому что, ну вот видна только, вот у меня здесь венка проходит, она только видна, и все. Морщинки, ну, уже имеющиеся, да, какие-то складочки, которые у меня есть вот здесь и немного вот здесь, они так и остались. Но вот такая мелкая сеточка, которая у меня бывает обычно от обезвоживания, ее нет. Мне кажется, идеальное средство. Конечно, мешки под глазами он не уберет. У меня немножечко такие, у меня даже скорее не мешки, а наоборот такие провалы здесь есть. Вот. Мне кажется, просто идеально. Я наношу вот это средство еще на зону декольте. И, ну, я не знаю, кожа просто преображается. Так что я очень рекомендую. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Оставляйте комментарии, использовали ли вы какие-либо средства от этой марки. И понравилось ли вам что-то. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч.